Сефа, нет, города. Не Сефа. Тут... Сначала не Сефа. Я задам вопрос первый по тачкам. Кто у нас отвечает в городе за тачки? Дорогие телезрители, во-первых, представимся. Я Марки Марк. Я Марки Марк. Самый мудрый, самый красивый, самый классный, самый толстый в городе свободный Акуна Матата. Это все по сравнению со мной хорошие просто люди. Хорошие просто люди. Так, и все я хочу сказать. Первый вопрос задам я, потому что по большинству. Вот, первый вопрос, значит, я задам. Кто у нас отвечает за тачки? Кто торгует этим хламом? Олеза у нас. Олеся, сейчас ты получишь по ушам во время прямого эфира. Послушайте внимательно. Кто голосует за то, что в тачке в городе, как броневики, они имеют крышу, а у нас летняя Акуна Матата? Кто за то, чтобы тачки были без верха, Кадиллаки? Я за Кадиллаки. Я. Первый голос, я тоже, два. Дальше. Остальные против. Кто? Чтобы они были только без крыши? Тачки с верхом. Так, два против. Это, типа почему? Почему? Подождите, стойте. Олеза, давай тоже, типа с тачки с верхом. Подождите, стойте. Все помолчите, пожалуйста. Смотрите. Во-первых, вот Марки Марк, подождите, стойте, не перебивайте меня. Я сейчас вот ведущий, я хочу вот сказать Марки Марку. Во-первых, Марки Марк. Во-первых. Вы вот сейчас говорите, то, что в городе прекрасном Акуна Матата должны быть машины только без верха, да, Путин? Не только, а в большинстве случаев. Потому что мы солнечные. И беззаботные. Послушайте. Подождите, стойте, Дипи Рейп. Сначала, подождите, Дипи Рейп. И Марки Марк, не перебивайте, я сейчас хочу донести свою мысль, и потом вы уже можете все что угодно говорить. Хоть перебивайте друг друга, но сейчас хочу я говорить. Во-первых, Марки Марк, откуда вы знаете то, что, например, вот людям нравятся только тачки без верха? Вот почему вы даже думаете то, что вот людям, например, интересны тачки только без верха? То есть, если потому людям, например, нравятся тачки все, с верхом, мама сказала, ну мама плохого не посоветует, ну как бы, но все равно. Да даже все спорите, сами себе противоречите, я не понимаю вас. Ну вот, например, вот если человеку, например... Мне не нравятся тачки без верха. Вот видишь, ты сам же Марки Марк сказал, то что хочешь езди, вот видишь, если человеку не нравится, например, тачки без верха, зачем ему впаривать машину, которая ему не нравится, которая будет некомфортно ездить? Нет, это впаривать, как вы, металлолом, БУ. Так, подождите, мы никому не впариваем, человек сам выбирает машины, которые ему нравятся. То есть, например, я подошел к Олесу и сказал, подожди, стой, Дипи Рейп. Я вообще ничего не говорю. Я сижу, пью виски, отстаньте от меня. Сейчас прямой эфир, не перебивайте, пожалуйста. Сейчас я говорю, потом можете перебивать. Научитесь держать манеру речи. То есть, у меня есть терпение этого вопроса просто. Вот, научитесь держать терпение, вот. Даже вот. Давайте я вам выскажусь и все. Нет, подожди, сначала я выскажу, будет по кругу говорить, все будут по кругу. Вот, поэтому мы никому не впариваем. Например, я вот подошел к Олефу и сказал, то есть, чувак, я хочу себе BMW X7, он сказал, окей, бро, сегодня будет, как бы, сегодня окей, хорошо. Вот, например, вот Deep Ray подошел, сказал ему, я хочу так, например, вот хочу тачку без верха. И Олефа взял и сделал машину, типа, какую ему нравится, тут ты вообще совершенно не согласен, то есть, если человеку хочется тачку с верхом, пусть берет тачку с верхом. Если человеку не нравится тачка без верха, то пусть и не берет. То есть вот такая точка, вот. Как и бы, мы и не нужно вот это говорить. Не нужно говорить человеку то, что ему не нужно. Так что вот, я высказал, теперь я спокоен. Сейчас я спокоен, прям спокоен абсолютно, все как бы, ну...
как бы все. Ладно, короче, говорите все, что хотите, давайте. Я давай, вас послушаю. Подожди. Короче, блядь, давайте так, послушайте, я первую сказываюсь. Я, подождите. Смотрите, он говорит правильно. Кто хочет, то и берет, как бы. Вот, Марк, ты хочешь там машину без верха. Бери машину без верха. Ну, просто не гони на тех, кто любит машины с верхом. Понимаешь? Так, все, решили, вопрос решен. Ладно, хорошо, вопрос решен. Так, следующий вопрос мы будем решать следующим образом. Следующий вопрос. У меня да, есть следующий вопрос. Не-не-не-не-не, стоп. У нас новый временный исполняющий обязанности полицейский, так сказать, начальник управления. Пусть он выскажется, что у нас за бардак в городе, пусть ответит на вопросы, что за пересделки в Солнечном, могу нам ответить. Почему ранение, криминал захлестнул. Это мы потом вернемся. Почему? Ну пусть ответит. Почему криминал захлестнул город? Я сейчас задаю вопрос. Давай. Что насчет нового шефа города? Ну давайте голосовать. Кто за нынешнего шефа города? Кто за нынешнего шефа города? Что еще раз, подождите, Марк, повторите. Кто сейчас голосует за нынешнего временного шефа города? Кто о его продолжении полномочий? Можете кто-то сказать, да или нет? Кто за продолжение? Давай по кругу пойдем от шефа. Александра, вы за продолжение полномочий шефа? Или вы против этого шефа? Нет. Нет? Первый голос. Я минус. Против того, что он... Давайте каждый будет как бы объяснять, почему он против, почему он за. Давайте. Да, вот сейчас я хотел бы объяснить. Во-первых, перестрелки. Перестрелки — это очень важная такая специфическая как бы судьба, потому что человек, например, я вот вчера попал вот по перестрелку. Почему вы не ставите охрану в своем прекрасном городе? Почему вот вы шеф полиции, вы важная шишка? Подождите, вот еще вы еще одна как бы еще один как бы вот. Почему я хочу именно косяк. Сменить вас? Потому что вы не умеете слушать. Да, у вас косяк, потому что вы не умеете слушать, вы нет. Умеете только перебивать, вы не умеете дослушивать. Сейчас я говорю. Подождите, сейчас я говорю. Я в прямом смысле слова, то, что у тебя косяк в борту. Так, пусть сначала по одному говорят. Давайте по одному говорить и учить. Как да, бы, Александра сначала говорит, и все молчат. Сейчас я да, говорю. Сначала Александр, потом другие. Да, потом да. Мы make mouse, все. Вот, вы не умеете да, слушать, все, вы не умеете, вот, например, вот человек, например, говорит то, что ему не нравится, то, что вы вот, как вы управляете городом, вы сразу спрашиваете, почему, типа, что за фигня, почему, вот, обосну, типа, ну, вот это не должно быть, вы должны сначала его дослушать, и потом уже говорить свою манеру речи, как свою точку. Ну и вот. Дальше, конечно же, это просто банальные, как бы неправильные ваши, как бы как это называется, вот, так, вы, ну правило, вот, может, назовем это правилами. Вчера по неигровому времени мы вчера сидели и вы постоянно то брали оружие, то вот это как бы, ну вы не должны брать оружие, вы распугиваете просто наших обычных граждан. Распугиваете их, во-первых, и как бы во-вторых, вы по неигровому времени, вы о чем еще? Какое неигровое время? Неигровое время, это значит то, что вчера это было, в прямом смысле этого слова, вчера было. Назовем это не ЦП, не ЦП времени. Давайте, все, оправдания не будет. Подождите, стойте, я сейчас не договорилась, сейчас очень, у меня очень много претензий, но ладно, за счет времени давайте я не буду теперь говорить. Я, у меня всего 3 претензии. Хорошо, у меня, можно я еще скажу, потом Микки Маус, можно? Давай. По очереди идет. По очереди давай. По очереди. Ну да. Давайте я тогда. Короче, я быстро. Смотрите, я вот даже из этого встал, как бы. Смотрите, мне очень много признать, как бы то я к своим сотрудникам полностью как бы о том, что вот как бы я понимаю, то, что вас весь город ненавидит.
никто ничего не знает, как бы. Как бы у вас было что-то, есть какой-то распорядок, не вообще, что-то очень странное. Много машин, все как-то вообще беспорядок полный. Поэтому я хочу сказать, чтобы Микки Маус сейчас посчитал до трех. Майк Маус, посчитай сейчас до трех. До трех? В смысле? Ну давай. Да. Ну в прямом. Считай. Подожди, типа, подожди, ты не собираешься говорю, убить да? всех? Читай, считай до трех. Подожди, один, что? Два, три. Ты чё? Ты чё, дурак, что ли? А? Ну... А, уже? А, ну я теперь у нас нет шеф полиции. Ну, убили шефа полиции. Вызовите скорую, пожалуйста. Вызовите скорую. Что за бред? Поздравьте нового, вау, поздравьте нового у нас. А как встать? Объясните мне, как встать? Город, ребята, криминал для фишного города. Нет, это вот, было спланировано. Это самое, я сейчас окажу. Как встать? Объясните мне. Надо было книжки читать. На X. Надо было книжки читать. Вот в чем дело. Сейчас я подниму сейфа, конечно. Идите вы нафиг. Все, встаньте с ним. Подождите, сейф. Сейчас маленькая медицинская помощь оказывается. Сейчас, секундочку. Так, сейчас. Давайте, я даже помогу, я его подержу. Это, конечно, уже беспредельная ситуация. Я согласен с этим полностью. Ну, вот еще один факт, давайте без Олежи продолжим, когда... Вот, еще живой, один факт, то, что... Еще один факт, то, что... Давайте я быстро выскажусь. Давайте продолжим. Да. Все, садимся. Продолжим. Только что убили шефа полиции, давайте продолжим. Его ранили. Его ранили, пофиг. Его ранили. Давайте теперь не ранили его не ранили ему в голову, это не ПРП уже. Из-за того, что ты хочешь быть шефом полиции, тебе стрельнули в голову. Если бы тебе сделали ранение, тебе бы... Я тебе рейпу говорю, кто? Почему вы думаете, что ему ранение сделали? Шеф полиции. Дипрейпа убили, он умер уже, все. Потому что ему сразу сделали одну пулю в голову, все, ему тупо бам, просто одну пулю. И все, то есть все, он умер уже, поэтому ты не имеешь права. Ну я сейчас здесь, Боже, вы какие тупые, а. То есть в прямом эфире ты вы делаете... Ты не должен воскрешать. Ребята, вы играете номер, я никого не понимаю вообще. Что это? Просто... Это просто было... Почему ты только что ожил? Почему ты... Так, это было спланированное убийство. Он сделал беспорядок в городе, и нам пришлось. Только что его убили, все, прямой эфир, все закончен, все, его убили, все, вот ему. Сейчас и человек попал. Убежал, все, теперь сейчас он находится в розыске. Сейчас, в данный момент, вот этот человек находится в розыске. И сейчас вот вы, полиция, должны за ним ехать, искать его должны, а не просто сидеть. В прямом эфире. Вы должны за ним бежать были. Вы должны сейчас переодеться и идти за ним. Где вертушка, вопрос? Олежа! Вертушку угнали. Это нон-РП. Вы тупые просто. Я не понимаю, что это беспредел, ребята, а? Я согласен. Это вообще полный. Это нон-РП. Что это вообще такое? Не, ну это может не нон-РП. Тебя в прямом эфире убили, ранили. Так все это самое. Занимайся эти самые... такое дело, и надо сматываться. А где все? Не могу понять. Где все? Ты чё делаешь? Я в шоке. Так, всё. Так, где у нас там Марки Марк, номер 2? Ой-ой-ой. Да, да. Обнаружена девушка, которую не понимает
Да, да. Ты не понимаешь. Что? Как? Ой, ты не понимаешь. Как? Почему? Вот объясни, почему я не понимаю ток РП, а ты понимаешь. Объясни мне, почему вот ты называешь планированное убийство нон-РП? Почему ты так это называешь? Что за бей? Ты говори по факту. Говори, говори. Чё ты сливаешься сразу, как девочка? Чё? Вот и все. Так, ну все там у нас произошло. Ох. Спасибо. Ребята, подождите. Мы вообще это самое, у нас какая-то недоразумение. Только попробуй, я тебя убью сразу же, моментально. Так, все, давайте вернемся в студию и вернемся к дипломатии. Убрал дробовик. Стволы убрали. Дробовик убрал. Подымать никого не буду, убрали стволы. В студию вернемся. Про нас голосование будет ли сегодня? Давайте сначала досмотрим персонал. Сначала персонал досмотрим. Руки вверх, поднимитесь, пожалуйста. Райп. Смотри. А все в полиции. Подними больше руки вверх. Никто не будет стрелять, иначе поднимать никого. Я поднял руки вверх. Всё, не помню, ребята, как это вернёмся в студию и продолжим дебат. Давайте нас... досмотрим. Все, давайте. Я все вот эти разборки пуск. Да вы... Боже, ты такой тупой, а. Я сказал... Ну, НРП, ты сейчас руки поднял, ты не мог опустить. Я быстро... не трогай, не поднимай его. Подожди. Не надо этого... Mm-hmm. Убери ствол. Сейчас прям. Убери ствол. Только двинешься, пальну. Майк Моус, уберите ствол. Уберите ствол. Что это за пыль? Вообще вы не... Ребят, ну что, не серьезно вообще. Вернитесь в студию. Все, давайте нормально разнесим без оружия. Я тебе просто отомстил, все. Ну вы просто вот тупые, что вы делаете? Вернитесь. Хватит, все. Вернитесь в студию. Всем в студию. Блять, все, все нахуй заткнулись, блять. Этот шеф полиции, который хуй, блять, сосал. Бля, ты понимаешь, что как? Да это спланированное убийство, блять, так называется, знаешь? Мне насрать. Это было нон-РП. Меня вылечили. Я встал. Я не в больнице оказался. Я встал здесь. Значит, меня просто ранили. Что непонятного? Я не понимаю. Я тебя ударил. Все. Да. Сядьте в студию, ребят. Займите свои положения. Займите свое положение, ребят. Не буду я его размучивать. Пошел нафиг. Я не буду его размучивать, не насрать. Так, мы продолжаем дебат или нет? Убери оружие. Мы без оружия. Мик Мос, сядь и продолжим сейчас дебаты. У нас закончилось все не очень лицеприятно. Во-первых, на самом деле, кто досчитал, все было понятно, что он хочет. Негодяй подонок, будет сидеть в тюрьме. Будет сидеть в тюрьме. У нас все по закону будет. Нас стволами машут. Я даже ничего не успел объяснить, вы начинаете типа голосовать уже против меня. Я даже ничего не успел, даже ничего ответить, вы начинаете меня убивать. Что это вообще за бред? Что так, это? А так, месье, все фри. Я вам так скажу. Никто, кроме одного человека, вас не убивал. Вас убил один человек. Где он? Так, сейчас. Он будет наказан, он будет арестованный. Я всем написал вернуться в студию. В чем проблема, ребят? Больше сейчас такая бомбила в Дискорде, зайди. Ладно, эфир останавливаю.